Да, большинство из нас приезжают на дачу отдыхать. И, конечно, на твоем идеальном участке есть шикарный дом с газоном. И, конечно, бассейн с джакузи, где ты любишь наслаждаться любимым мохито. Но если все это не так, и в душе ты романтик... И не нужны тебе все эти... дома на участках с бассейнами. А любимый самовар ты никогда не променяешь на все эти мохиты, даже клубничные. В таком случае бери инструменты и шампура, саморезы сами себя не вкрутят, а шашлык сам себя не пожарит. Ё-моё, а с чего начать-то? Короче, если у тебя есть идея, хватит откладывать ее на потом, пора ее реализовывать. Что тебя останавливает, чтобы сделать свои следующие майские праздники более приятные и запоминающиеся? Пока ты задаешь себе кучу вопросов, чем удобрять и что сажать, я проведу маленький дачный апгрейд. Нам понадобятся кирпичи, блоки доски, уровень, уголок, еще природный кабель понадобится. Ну, чтоб как на природе. Пила. Очень важна пила. Еще шуруповерт важен. Краска нужна. И баллончики с газом. Ну и тачка понадобится. Потому что все это таскать без тачки, ты с ума сойдешь. Теперь вот такая штука. Значит, я вот это все дело почистил болгарочкой с насадкой, с щеткой такой металлической. Вот, вычистил всякую мелочь. После этого я сейчас сделаю обжиг. Это газовая горелка, на нее насадка такая вот в виде пистолета. И я это все дерево обожгу, и будет такой коричневатый цвет, придастся, плюс подчеркнет весь рисунок деревяшки. Чтобы все это дело закрепить, я это лакирую акриловым лаком. Специально вот такой вот лак для наружных и внутренних работ. Я тут соорудил уже диван будущий. Будущий диван из поддона. Еще привез природный камень. А из природного камня делаем сейчас вот такую песню. Капается немножечко он. Послушай, неважно, есть ли у тебя дача или нет. Послушай, на самом деле неважно, есть ли у тебя дача или нет. Выращиваешь ли ты на балконе петрушку или строишь трехэтажную виллу? Я думаю, что все мы должны делать что-то своими руками. Каждый день. Стремиться быть лучше, чем вчера. Для себя, для своих близких. Мы часто используем отговорки для того, чтобы не делать что-то. Нет времени, нет денег, погода не та. Наконец, у кого-то элементарно нет вдохновения. А на самом деле, самое
банальное, что нам надо, это просто руки и голова. И неважно, что будут думать другие, понравится ли кому-то то, что вы сделали, или все будут хаять. Не обращайте на это внимания. Просто идите и создавайте. Вдохновляйте своим примером других. Показывайте своим детям, что вы можете сделать. И отдыхайте на даче.